Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной деревянной базы Player 8209, на которой понадобится один железный топор и штук 5, 6, 7 обычных. Ну, если станки еще будете ломать. Ящиков тут не так много, как хотелось бы. Так, где-то... Стопэ. Подождите, а тут что? Что-то забыл? Давайте зайдем сюда. А, тут еще ящики есть, серьезно. Хрена себе. Этого я не знал. Или забыл. Странно мне казалось, что тут вот эта часть базы. А, ладно. А, хотя даже топор не нужен железный. Тут достаточно соломенного. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ящиков. Блин, да хрена так-то ящиков. Ладно, давайте открывать. Так, готово. От трех волн я избавился и получилось даже открыть все ящики. Давайте смотреть. Один талон. Пока забираем. Семена забирать не буду. Аптечки, бинты пускай будут. Дальше морковка. Ну, можно что схавать. А, здесь руда медная. Неинтересно. Значит, эти пять ящиков в основном пустые. Ничего интересного для себя не открыл. Не нашел. В пикапе две веревки, байка тут нету. Ладно, давайте смотреть, что в этих ящиках есть. Здесь камни, каменные блоки, окей. Микросхема, которую мне украли. Крепкий спирт, крепкий алкоголь, который мне украли. Жесть, опять камни. Так, здесь, ну давайте вот это я заберу. Бревна, пускай будут. Так. А, следующие пластины тоже пускай будут. Следующий. Так, доски есть. А, вода. Плотная ткань. Нахрен, блин. Давайте заберу, что. Последний ящик. Ага, еще плотка, да? Тут, блин, реально ничего такого интересного прям нету. Что можно изоленту забрать? Даже байк не хочу наполнять, потому что оно бесполезно. Всякая ересь. Так, сделать это сюда. Реально больше ничего такого нету. Ладно, давайте вот эти два еще сломаем. Может, тут будет что-то полезное. О, ништяк. Ништяк, так. Громила, заметьтесь, пожалуйста. В байке я ничего не складывал. Сейчас покажу, какой лут. Да, тут вообще ничего нет. Вот такой вот лут. Ну, опять же, даже железных топоров не понадобилось. Так что, думаю, что рейд этот такой... Не то, что средний, ну, выше, чем обычные рейды, которые попадаются, где один ящик, два бинта и три веревки. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.